Да блин, я только про первого босса закончил. Окей, let's go. Это второй босс маяка, рыцарь. Нет, это не новый скин из колды. Тут сразу видно, что люди старались сделать пафосного наемника. Но он крутится у вертолета и, возможно, ждет сужения зоны. Маску себе сделал из лицевой части черепа, с дредами и скибелей. Он что, наркоман? Нет, он хищник, который собирает головы. Имеет стильные часы, которые показывают...